прослужив вот 32 года в пожарной охране, в основном занимавшись тушением пожара, я столкнулся с этим первый раз. Личный состав проявил героизм, мужество, несмотря на опасность возможных взрывов, горения. Значит, были поданы стволы на решающих направлениях. Во-первых, предотвратили распространение огня в сторону Новоавиатского района города Кирова и в сторону деревянной застройки поселка Крутиха. Были отмечены как ведомственными наградами, так и пришел указ президента от 25 декабря 2014 года, где 7 сотрудников противопожарной службы Кировской области получили государственную награду.